национальному аккорду с чемпионатом России какой-то итог? Важная победа, в том числе психологически, потому что хотели уйти на этот перерыв с чемпионата России именно с победы, потому что потом 2-3 месяца думать о том, что было последнее поражение, хотелось. Вот, и тем более предпоследняя важная игра в Лиге чемпионов, необходимо было тоже позитивно, заряд такой. Немножко контрастненькие два тайма получились. Прекрасный первый и второй. Так, туговато шло. Почему? Ну, во-первых, «Динамо» нужно было отыгрываться, они усилили давление. Вот, но с нашей стороны тоже могли сбивать, еще были моменты. Ну, вот, закончили 3-0. В принципе, результат достойный. Константин Рауш буквально минуту назад сказал, что фактически «Зенит» можно считать чемпионом, а 11 очков. Вы как думаете? Ну, не сказал бы так однозначно, потому что впереди еще достаточно туров, и соперники все серьезные, будут готовиться на сбор, поэтому нужно быть внимательным и сконцентрированным до конца. К матчу с вами «Динамо» подошло в отличной форме, не проигрывали с октября. Как вы думаете, почему сегодня у них не получилось практически ничего? Да, действительно, «Динамо» в хорошей форме, выиграли последние два матча, и думаю, что то, как сложилась игра, отчасти сложилась так из-за нашего настроя, нашей отношение к игре, потому что вышли сконцентрированными, хорошо контролировали мяч, забили быстрый гол, я думаю, это способствовало. Александр, Константин Рауш не заметил, что ушла часть болельщиков во втором тайме. Сергей Симак поблагодарил тех, кто ушли, и тех, кто остался до конца. Какое ваше отношение к этому поводу, потому что вираж такое редко было? Мы должны уважать их мнение, поэтому, конечно, они нас всегда поддерживают и всегда за нас. Ну, нет какой-то обиды, что они ушли? Матч легко складывался. Опять же, мы должны уважать их мнение и их позицию. Спасибо большое.